Здравствуйте, дорогие наши любимые зрители. Девчонки там наши все идут. Мы, как и обещали, приехали в Ачинск. Последние дни каникул, и наши детки пойдут в кино. Мы им обещали, я все надо. Наконец-то мы вырвались. И сейчас идем. Ой, единственное, мы не взяли. Красивая. Не взяли мы. Мы же не взяли, да, ни одной этой покататься. Сначала в кинотеатре. Обязательно, да. Ни одной ледянки не взяли. Ну ладно. Может быть, в следующий раз. Осторожно, что ли? Ну. Мы сейчас старших отведем в Эдем. Пойдем, час будем. Может, пойдем чай попьем? Ну, девчонки, потому что мы прям впритык-притык приехали. Мы специально встали пораньше. Аж 7:30 утра мы встали. Потому что мы собираемся очень долго. Все равно, пока собрались. А девчонки пойдут вот в театр кукол. Сказка в 12 часов, через час. Вот сюда, Настенька. Почему? Тут. Нет, это там мы с черного входа входили, а это главный вход. Девчонки пойдут на Гринч. Да, пойдемте, дети. Так, дочь, вон туда. Потом позвоните, ладно? Сначала разденьтесь. Ну, там вот так вот все красиво. Санечка, а ты что, очки забыла? Опять она очки забыла? У тебя в кармане нету. Так, билеты не оставьте. А билеты делайте. Так, ну все, дочуша. Пока. Хорошенько отдохните. Алина, номерок. Сразу видно все риски. Я пойду. Пойдемте. Я тоже привыкла. Мама, мы куда пойдем? Ну, мы пойдем кофе попьем. А потом пойдем в театр. Ну все, пойдем, девчонки. Хотела еще на батуте. Вот такое тут солнышко с цветочками. Мама, смотри, что-то там вижу. Ну пойдемте, мы там сейчас по пироженке вам возьмем. А Томочку я, наверное, покормлю, она утром плохо поела. Здесь вот всякая выпечка. Почему мы наверху никогда не снимаем? Потому что там очень громко музыка играет. Я сюда ходила. Все ходили, доченьки, все. Красиво все сделано. Идем. Угу. Царевна-лягушка. Кот в сапогах. Какая дверь прекрасная, да, дети? Великолепные какие узоры. Как изразцы.
О, как красиво. Вы бы могли, дети, вы бы могли так нарисовать на листочке? Ну, посмотри внимательно. Это очень просто, зато как ярко. Вот это разноцветные шторки. Да, и шторки разноцветные. У нас, когда Настя с Алиной были только вдвоем, мы каждый месяц зарплату мы каждый раз возили. Настя, нам не помнишь кукольный театр? Мы постоянно вас возили. А тут какая дверь красивая. Может, пока пойдем по лестнице походим? Можно посидеть. Ну, еще полчаса. Потом еще успеем там посидеть. Тут вот покажу тоже. Посмотрите, как красиво сделано все. Это, наверное, да. Все, пойдемте маленько походим. Тома, Том, нравится тебе тут? Пошли, покажу сцену. Доченька, там темно, милая. Там пошли сцену. Девчонки, первый раз пойдут на кукольный театр. Но к нам в садик часто приезжают, очень часто. А по-настоящему мы первый раз. Да, да, да. Ну, потому что Тома уже выросла, и вы подросли. Теперь можно чаще ездить. Еще рано. А тут смотри, какие красивые. Ну, беги, беги. Мама, время. Можно потом после театра потут? Можно, можно. А вот только вы юбочки-то не взяли, вы в колготках будете, что ли? Ну ладно. Мама, смотри, сам стоит, прям на дверь смотрит, папку ждет. Там девчонки уже с папой где-то. Сейчас Настенька заберет все. Ну, доченьки, расскажите, как вам спектакль? Смешно было, да? Все, собачка такая смешная. Мне понравилось. Мы все вместе ходили. Там даже еще некоторые могли матершинные слова говорить. Не было там матершинных слов. Ну, просто там говорили, дура, тупая. Вот. Вон пап твой идет, ага. Ну-ка, стой. Сейчас побежит. Сейчас посмотрим, как он. Где папа ее? Алина, вон папа. Шарфик не взяла. Алина, а там было смешной дядя. Ой, папина доча. Ой, не видела 40 минут. Ну как, девчонки? Натя. Понравилось вам? Она вообще там, да. Да сюда половину плакала, потом музыка смеялся даже. Ты плакала даже? Моя девочка. Он то грустненький, то веселый. Ой, ну хорошо. На какой фильм вы сходили, скажите? На Гринч. Гринч? Ну молодцы. Ну все. Пойдем, мы сходим в магазин. Не взяла? А потом посмотрим, съездим в это. Батутный центр еще есть тут. А, в сибирском городке. В сибирском городке. Ну. А потом домой. Ну все, пойдем. Пока девчонки ходят, пироженки покупают, вы мне расскажите, почему Дед Мороз Дашеньке дал серебро и одежду, а Паше не дал? Ну ты говори, кто она. Как Дед Мороз называл Дашеньку? Рукодельница еще, да? Как она всех обзывала, да? Некрасиво, зверей. Ленивая, ничего не хотела делать, только капризничала. Да. Угу. А Даша молодец. Да, вот почему-то плавает изображение. А кто вам вообще больше всего понравился из персонажей? Мне собака.
А тебе? Я собака и Даша, которая нас подарила, ей костюм. Угу. Ой, мне тоже собака понравилась. Собака была вообще прикольная, да? Все смеялись, когда собака что-нибудь говорила. Поедем на батуты. Поедем сейчас. Я даже вон шорты вам купила. Тома, Том, а тебе кто понравился? Они втроем отдельно сидели? Нет. Собака понравилась? Мама, мы вместе сидели. Ну, я имею в виду, вы втроем сидели, а мы с Настей в другом месте вообще, я далеко. Я на Томочке сидела. Ты молодец. Я плакала. Ну. Девчонки, а что вы кушаете? Расскажите. Алина. Как это называется? Мукбанг, что ли, когда едят на камеру? Ну ладно, не буду снимать. Так, нет, ртом ничего не прикасайся, это грязное. Саш, давай тебе сейчас достану банки. Вон Настя. У Насти куртка совсем порвалась. Зашли в причулы, мне хотели зашить. Она говорит, забирать только вечером. И как вечером? Настенька взяла пирожное. Сейчас мы поедим. И поедем дальше. Дорогие наши любимые зрители, сегодня я хочу показать, кто же самым первым написал комментарий под видео, что купят девочки-подростки на 500 рублей фикс прайс. И поехали. Самая первая — Марина Аджамян, Лаки Ли, Адам Гаврил, опять Лика Ли, Будет и В, Лиза Дмитриева, Эльвира Гурманова, Элина Ру. Спасибо, Элиночка. Настя Иващенко. Ой, я прям думала, Настя Квашенко. Вот одну буковку поменять, и будет наша фамилия. Спасибо, Настенька. Юлия Янкелевич. Юлия Янкелевич. Арина Лайк. Катя Смайл. Вот, в общем, мне кажется, это Джулия. Ура! Досмотрела прямой от эфир от Бимамы и мигом к вам. Тут, кстати, сейчас я покажу. Много кто смотрел Бимаму. Я тоже смотрю. Диана, Джулия, Рихана. Вот эти наши зрители смотрят Бимаму. Лизун ТВ. Иван Осипов. Влада Кованская. Овсанка, Катя Фантазия, Ася Успанова, Мэри Айс, вроде Айс, Ан, Золотые ручки, спасибо, Людмила Лужкова, Елена Фетисова. Раз на раз не приходится. Я помню, взяла один раз за 90 рублей самые дешевые, так они мне полгода служили. А купила за 550 и не могу с ними пользоваться. Мирей, Мирей. Елизавета 0611. Спасибо, Елизавета. Юлия Янкелевич. Елена Евстифеева. Елена Фетисова. Кристинус. Людмила Суббота. Дарья Худякова. Обе девочки молодцы. Каждая выбрала то, что нужно лично ей. И я с Людмилой полностью согласна. А кто же победил сегодня? Алина придет с Дариной. Вместе сядут и посчитают. И мы вечером сегодня объявим. Нет, наверное, не сегодня. Видео выйдет, наверное, дня через два. Спасибо вам большое. И до свидания. Желаю вам удачи во всем.